Доброе время суток, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы рады приветствовать на нашем канале новых зрителей. Добро пожаловать! Сегодня вторая часть нашей прогулки по городу Анталия. А после прогулки мы с вами отправимся в гости в самую настоящую консервативную турецкую семью. Прекрасный магазин. Все такое красивое, колоритное. Мираба. Такие лампочки. Мы в этом магазине тоже много покупали всего. И сервис наш. Только у нас в золоте. Такой. Красивые комплекты здесь, блюда, турки, всевозможные тарелочки, чашечки, самовары, лампы. В этом магазине и свадебное платье мое тоже, кстати. Смотрите, какая частика. 230 лир. Такая. 195 лир. Чай, кофе, лукум. Смотрите, какие красивые, очень красивые. 750 стоят такие ложечки. 20 лир стоит ложечка такая. Штучки 480. Вот такой чайничек стоит. Смотрите, какая сова красивая. Прелесть. 480. Лошади. Вот тоже, смотрите, какая красота. Черепахи. Павлин какой красивый. 550. Всякие тарелочки, пиалочки, маленькие, большие. 780 лир. Курочки, сервизы, бижутерия, она очень красивая.
помните, я вам показывала раньше немного, мы приходили сюда, говорили, что они ассортимент уменьшают, и, в общем-то, здесь уже больше не будут продавать. Некоторые платья продавали по уцененным ценам. Что здесь? Что здесь? Раньше это был хамам. Есть отдельное видео, рассказывает работник магазина об этом здании. Можете посмотреть, кому интересно. Достопримечательности. Здесь все такое религиозное. Есть такое, мы покупали. Четки. В этом магазине мы покупали в подарок маме Карен. В коробке. Ну, большой. Вот я сейчас не вижу большие, больших. Вот такая вот коробка. Видите? В коробке Карен. Сейчас не вижу, да. Коврики. А здесь, я не знаю, что, мыло всевозможные, какие-то крема. Видите? Такие ложечки мы взяли нашим чашечкам.
Такие платочки. 220. Ламуда что-то продает, людей очень много. Красивая кофточка, маленькая, 149. Лир. Свитерочки, кофточки. Брюки. Угу. $400. Вы видели, мы сегодня с Алией провели время в городе, кое-что купили. Ну а сейчас мы приехали в Дубу. Сегодня у них домик праздник. Это жена Ибрагима в голубом. Это сестра вот в зеленом, жена Ибрагима. Это подруга. Гости приехали из разных мест. Проживают на различных территориях Турецкой Республики. Например, вот эта женщина из Стамбула. Сис, эсминис, не? Севда. Севда. Мемно молдум. О, мемно молдум. Уже много поуходило женщин. Интересно то, что видите, женская территория. Вот мы сейчас находимся на женской территории. А мужчины находятся вот там, дальше. Видите, вот они сидят. Всех угощают, конечно. Вот такие вот приносят. Это меня вот угощают, принесли покушать. Ну, я сказала, что мы перекусили с Али, так немножко откусила, выпила айранчик. Так что вот так. Друг Али Ибрагим со своей женой Мариам воспитывают троих детей, и не так давно
в этой семье состоялся сюнет. Ну, проще говоря, это обрезание у мальчиков. Ну, а сегодня по этому случаю были приглашены близкие родственники и друзья. Ну и нас тоже пригласили на этот праздник. Я в этом доме нахожусь впервые, хотя ранее была знакома и с Марьям, и с Ибрагимом. Марьям и Ибрагим разрешили мне вести съемку. Мне не хотелось доставлять неудобства присутствующим здесь людям. И поэтому большую часть этого мероприятия я решила не снимать. Присутствующие женщины, конечно же, знали о том, что мы с Алей сегодня придем в этот дом. Приняли меня радушно. У всех я вызвала некий интерес. Много очень вопросов мне задавали, расспрашивали о моей жизни на моей родине, ну и рассказывали о себе. Ну а мне, в свою очередь, конечно же, было интересно понаблюдать за тем, как проводятся праздники в консервативных турецких семьях. Вот это мама Ибрагима. Решили поснимать дом, девочки. Ну вот мы заходим. Смотрите. Дом очень большой, 3 этажа. А, бу-салон. Салон. Ага. Бу-салон, Гюзель. Дети балуются. Ага. Намаз делает. Пардон. Девчонки, мираба! Играет такая птичка, попугайчик. Это приехали гости к ним, поэтому чемоданы, чемоданы. Я так куда сын? Тамам, тамам. Ага. Гюзель, Расспросили меня обо всем, я им все рассказала, кто я, откуда я, такая интересная у нас беседа. Хорошая семья очень. Мемну молду. Вот Ибрагим. Ибрагим? Мираба? Да не обсуждают кухню. Она сама покрасила кухню из коричневого в белый цвет. Молодец. И двери, кстати, тоже. Тоже были коричневые. Она их сама сделала белыми. Ну а потом подавали турецкие сладости и торт. Женщины танцевали турецкий танец халай. Мне очень понравилось. Я очень хотела снять этот момент, но женщины стали стесняться, поэтому я решила телефон отложить. Ну а в завершении вечера каждому был подарен такой подарок и маленькая плиточка шоколада. Ну а мы тоже с пустыми руками не пришли, мы подарили деньги.